счастья. Спасибо. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы стать свидетелями одного из самых важных моментов жизни, для того, чтобы запомнить и бережно сохранить в памяти слова, взгляды, улыбки, слезы радости. Весь этот день. День, когда вы становитесь семьей. Семья – это обещание, которое два любящих человека дают друг другу, которые доверяют этой любви, уважают друг друга как личности и которые хотят провести жизнь вместе. Спасибо. Боже, мы встретились с тобой наконец. А это не я, спасибо. Твоя любимая. Сам, да, нашел? Я здесь собрал. Особенно бабочка. Бабочка лучшая. Двенадцатый этаж, двери закрываются. 11, 10, 9, 8, двери открываются. Ого! Твоя будущая жена заходит в лифт. Я волнуюсь. А я нет, вообще никак. Смотри, земляничка. Во-во-во-во, погоди. Так. Продолжай, давай сама. Давай к цветам. Охереть, посмотрите, что я наснимал. Thank you.
приветик. Давай, Гаску! За свою машину он меня не пускает. Денис, согласны ли вы взять Татьяну в жены, любить, поддерживать и оберегать ее в течение всех дней, которые подарит вам жизнь? Да. Да, 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 да. Татьяна, согласны ли вы взять мужья Дениса, любить, поддерживать и оберегать его в течение всех дней, которые подарит вам жизнь? Согласна. Я никогда не забуду тот день, когда впервые увидел тебя. В тот день ты зашла в лифт, и я подумал: ого, ничего себе, какая девочка к нам переехала. И спустя несколько лет я даже не мог представить, что этот лифт станет отправной точкой нашего с тобой большого пути. Я хочу напомнить тебе сейчас, и чтобы ты потом пересмотрел это на видео нашем свадебном, как на первом свидании мы спасали Арчера от большого пса. Мы бежали, да, там друг за другом. А на втором свидании, как мы смотрели из окна, как эвакуируют нашу машину. Вот, и потом ее тоже, да, спасали. А потом я улетела в отпуск и отдала тебе ключи от своей квартиры, вообще не переживая, не волнуясь ни о чем. И ты еще и за собакой моей следил, поэтому... Ну, то есть, это все произошло за первую неделю знакомства, понимаешь? Мы были семьей с самого первого дня. Мы вчера приехали, начали писать речь. Я за нее топила, я ничего, у меня не идет в голову, вообще ничего. Он спокойно сел, достал листочек, написал. То есть у него... Я говорю: в смысле? А я уже начинаю паниковать. Я говорю: может, ты правда без речи? Он такой: знаешь что, говорит, я уже написал. Давай. Красиво. Самое красивое. I could have swore I saw fireworks from your house last night. При каждой нашей встрече я ловил себя на мысли: боже, как она красива. Мне не хватало времени насладиться твоей красотой, твоими прикосновениями, запахом твоих волос.
Выйти замуж за тебя, Денис, это самое легкое решение в моей жизни, потому что я ни секунды не сомневаюсь, что ты тот самый. Сегодняшняя свадьба, она такое для меня олицетворение ваших отношений. Настолько все сентиментально, позитивно, в балансе, в гармонии и в окружении близких людей, что я вам желаю максимально долго и на протяжении всей своей жизни протянуть вот эти ощущения и быть действительно в балансе в вашей семье. Так, чтобы вы были друг за друга и до конца. На вас, вы очень гармоничны, вы абсолютно полностью дополняете друг друга. На самом деле это очень важно, когда люди дополняют друг друга и когда складывается единое целое у двух людей. Вы прекрасная пара, мы очень рады за вас. Прекрасный праздник, классный вечер. Дай бог, чтобы вся ваша жизнь дальнейшая была праздником. Вы для меня одно целое, вы вот настоящее. И, пожалуйста, идите дальше, всегда рядом, поддерживайте друг друга, держите друг друга за руку и почувствуйте, что вас ждет впереди. Вот маленькие крупицы счастья, которые они будут необъятными. Столько всего впереди у вас нового для себя, что вы для себя откроете. Вот каждый день он будет чем-то новым. Вот радуйтесь, наслаждайтесь им, просто будьте всегда рядом и любите друг друга безумно. Силой вашей любви и преданности друг другу и властью, данной нам вами, мы все вместе объявляем вас мужем и женой. И теперь жених может поцеловать невесту. Я благодарен судьбе за то, что эти слова я скажу именно тебе. Дорогая Таня, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь. Ты все, что мне надо. Это непривычно, да. Жена. Она тебя в телефоне переименовала, кстати. А, да, то была Таня соседка, да? Нет, была. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь.